Ну, это старое тоже было. Вот смотрите, фонтан какой-то был или что-то такое. Мне кажется, фонтан был, но что-то не такое, чтобы музей взяли. Что-то новое строят вон там, а вот здесь что-то уже было. А возможно и строят. Странно выглядит сейчас. Друзья, находимся на Мальте. Так, ну пойдем, ладно. Сейчас покажу вам центр немножко. Красивый центр здесь. Красивый как внешне. Оригинально такое сделано здание. Так и красивый внутри в плане. И еще есть там много разной интересной одежды, которая, кстати, очень даже по доступным ценам. Я уже говорил, но еще раз скажу, что цены доступны. Это я имею в виду ниже, чем в Европе, в которых места были. То есть реально. Я не знаю, почему это так. Скорее всего, возможно, потому что это Мальта, мы сейчас находимся на Мальте, а рядом Италия. То есть здесь очень много итальянской одежды, которая в той же Испании, в Германии, во Франции, в Швеции, во всех других странах, которые в Португалии стоили дороже. Здесь они стоят, цены ниже здесь, стоят дешевле, вот такие дела. И так красиво тоже построили. Чисто в этом мальтийском стиле, здесь все. Все вот из этого камня. Такого вот цвета. Продаются бассейны, дома, да? Недвижимость. Недвижимость здесь, конечно, не дешевая. В плане снять тоже стоит дороже, чем в других местах. Но зато еда здесь вкусная и относительно дешевая. Опять-таки, я почему говорю, допустим, та же баранина, которая здесь есть, такой вкусной баранины, как здесь, притом я уже в нескольких местах это убедился специально, я подумал, может быть, только в одном месте, в нескольких местах уже убедился, что такая баранина, фактически, я не помню, что давно уже не ел, такой, то есть реально вкусная. Вот такие дела возможно, потому что здесь рядом Тунис, халяльная еще, к тому же баранина, и очень-очень вкусная. Вот, ну посмотрим, что тут дальше. Так, пока выключаюсь. Смотрите, Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд. Единственное, как вы поняли, здесь погодка не очень, но погодка имеет свойство меняться. Так что будем ждать лучших времен. Пока все. Смотрите, Анзор ТВ.